Всем привет, Ютубу привет. Вот маленькое видео на тему, что надо обращать внимание, когда вы берете машину, на вот такие вот мелочи, на зазоры, вот, на торчуны всякие. Вот зазор 2 миллиметра, 2,1, да. Вот здесь мы смотрим вот такие 5,5, 5,7. Здесь вот, как видно, нестыковка, вот, ну и так далее. Допустим, там, особенно когда разбираете, видно, что дверь просевшая чуть, да. Вот также и сзади. Вот, когда для работы снимаются деталюшки, вот видим мы, да, нестыковочка тут, там, обратите на это внимание сразу, обсудите эти моменты, потому что, чтобы потом не было вопроса: вот у меня таких зазоров не было, тут палец пролазит, а тут вот палец не пролазит. И вы, в общем, кто с этим сталкивался, понимает. Поэтому вот так нарисовали, сняли, вот, и потом на те же места поставили. Сейчас, в принципе, очень часто детали крепятся на самоцентрующихся болтах, поэтому снять и поставить на то же место никаких проблем не возникает. Но потом, как говорится, чтобы не было ненужных разговоров про зазоры, что вот зазоры надо выставлять, а вам за это никто, так сказать, даже спасибо не скажет. Так что вот такая вот, вроде бы, мелочь видео, но на это стоит обращать внимание, что очень часто люди просто ездят и не замечают, что у него капот тут на 2 миллиметра вот выпирает, здесь не доходит и так далее, что здесь зазор тут вообще там миллиметра 1,8 где-то. Вот он между деталями. А там 5 миллиметров. И все нормально было. А сейчас ты снял, поставил капот. О, а что так? А почему не так? А вот ответ на вопрос. Ну вот, будьте внимательны. Это мелочи, которые могут как осложнить жизнь, так и ее, наоборот, в другом свете представить. Все, всем пока-пока.